Друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшой анбоксинг. Получил я вот такую замечательную коробочку, интересную. Вчера заказал, сегодня получил. Сейчас мы откроем ее, посмотрим, что внутри. Я вам расскажу парочку слов. Хочу с вами поделиться. Я думаю, вам может быть интересно. Может, кто-то даже заинтересуется. Ну что, давайте откроем, посмотрим. Шикарно запаковано. Так. Скрылось, не скрылось. Сейчас. Запаковано. Хорошо. Всем интересно, что там лежит. Мне самому интересно. Давно ждал, давно хотел это приобрести. И наконец-то это у меня в руках. Сейчас. Опа. Опа, опа. Опа. Блин, так открывал, чуть окно не выбил в машине. Ну что? Ага. Глядите, что это такое. Все уже догадались. Новинка от XP. Катушка. 9-дюймовая. Блондинка. Что хотел на XP подкупить. Короче, сейчас откроем. Ох ты, красота неописуемая. Сейчас показываю. Штанга. Здесь. И катушечка, блондинка, отлично. Вот такая вот. Ой, хорошо, будем юзать. Так, что-то здесь еще пришло. Что-то в комплекте. О, ребята из магазина положили мне альбомчик с монетками. Без, ну, вернее, альбомчик для монеток. Спасибо большое, Владимир. И чехольчик. Отлично. Так. Здесь крепления какие-то. Будем все разбираться. Все на камеру будем подключать, собирать. Все это очень интересно. Что-то здесь еще. Ага. И визиточки магазина. Итак, друзья. Теперь я вам расскажу пару слов. Открыл для себя новый магазин, находящийся совсем не у нас в Латвии, а находящийся в соседней с нами Эстонии. T&D Beer называется. Вот такой вот магазинчик. Ссылочку я вам оставлю в описании, сделаю скрин вам какой-то сайта. С ребятами знаком уже давно, познакомился с ними на слете. У них есть свой магазин, которыми они торгуют детекторами, аксессуарами для детекторов, а также различными предметами для различных хобби. Поэтому, друзья, зайдите, посмотрите обязательно. Как я сказал, ссылочка будет в описании. И также у них есть свой YouTube-канал «Антология поиска» с Иваном Краузе. Многие, кстати, знают этот канал. Там проходят различные испытания и тесты детекторов, катушек. Очень интересный канал. Так что ссылочка также на него будет в описании. И скринчик где-нибудь вам тут поставлю. Вот, так что мы, друзья, у нас появилась новая новинка. Будем это все собирать. Я вам все покажу. Поедем куда-нибудь на природу, соберем. Все подключим, попробуем. Короче, у нас столько планов грандиозных. Сезон этот будет огненный. Всегда новое оборудование интересно испытывать. Это что-то новое. Вообще, обожаю эти вещи. Шикарно. Спасибо также за подарки. Большое спасибо Владимиру. Вот такая вот у нас сегодня обновочка. Надеюсь, она
поможет в наших поисках, узнаем много чего интересного и, естественно, накопаем много интересных находок. Все, друзья, всем пока. Не забудьте, откройте для себя и вы этот магазин.